Всем привет, друзья, с вами Александр. Мы сегодня с Тёмычем хотим узнать происхождение, точнее я и все вы, откуда эта тетка появилась. Всем привет, это купил рабыню. Купил? Да, теперь она свободна и живет на нашем корабле. Она и сама выбрала, это ее выбор. Молодая, интересная, да? Угу. Она типа этот, какой-то там офицер. Офицер. Да, блять, куда этот корабль застыковать? Давай я тебе покажу. Я, короче, буду кричать тебе это Майна Вира. Что я. Он из-за крыльев не залазит в этот, блять. Да. Я, кстати, на шмеле очень хорошо военные операции проводил. Он это в космосе подбивал другие корабли. У него тоже щит, если включить, то он нормально будет. Я подлетал, херачил по пушкам, ну, чтобы они в меня не били, и все, я их потом разбузикал. Вообще никак не можешь залезть. Ну-ка, где ты тут, с какой стороны? Подскажись. Давай вот с этой. Может эти разобрать мелкие? Они место кого? Не занимают. Ну вот эти вот. Типа. Их... Не, я залезть не могу, вот видишь, крылья мне не дают тупо. Блядь, суще да. Ай, блядь. Слушай, да. Тебе придется крылья подрезать, декоративку идти снять. Так сними их нахер. Уменьши нет. Просто. Так ты их можешь реально уменьшить, смотри. Крылья нужен. Да зачем они тебе нужны? Лишние блоки. Сними их, да обратно поставь. Вот, их обратно поставишь, да и все. У тебя, короче, съемные крылья. Да, это, блядь. Своя модификация. Ну, блядь, теперь... Ну, ладно, похуй, все равно он вроде нормально. Да ты можешь, знаешь, что сделать? Смотрится. Крылья, знаешь, как поставить? Не как они стояли, все. А кверху, типа, знаешь, такие, как эти. А, ну да, как, там есть такие. Как лезвие. Угу. Бобовые. Тогда будет интересно. Ну, так это... Блять, шо тут? Хотя вот это так. Мешает, сейчас подъеду, отгоню его. Давай я с ними тоже... Так их надо разобрать просто, типа, и все. Так я тебе говорю, давай разберу их. Давай, разбирай. Я про это и говорил, что надо разобрать их, этого толка никакого. Только место занимают и жрут наши продукты. Да. Там, кстати, по-моему, просрочка одна была в ящике, я смотрю. Мы отключили питание, ну, там все сгнило. Да там, да, оно... Молоко прокисло. Кумыс теперь. Кумыс. О, блядь, тут что-то отпало, блядь. Лишняя деталь. Ваш инвентарь полон. Надо тутки повыпадывали. А ты разбираешь на запчасти или на блоки. Детали? Блоки. А, на блоки. Да. Так, еще вот это. Сейчас я их попробую куда-нибудь складировать, то у них еще образовалось. И сроки хватает. Да, для честного человека. Кидывай. Стараюсь. У нас тут небольшой перегрузон. Может эти, блядь, токены к хуям выкинуть? Кого? Токены. Обмен репутации. Ну, просто да. Хер пойми, не знаю, они занимают место, блядь. Толку никакого нет. Что, жалько? Вроде выбросить жалко, вроде не нужны. Да, да вот, это... парадокс такой. Как все было? Сборщики хлама так говорят. И выкинуть жалко, блядь. И не юзаю, да? Что-то у нас заполнено прям вообще. Я тебе говорю, заполнено вообще, пацан. Я уже боекомплект там один скидываю только так. Все по подряд хуячу. Осторожней, сейчас он грюхнется, я ему педальку убрал. Не. Я уже по чуть-чуть нажимаю. Че? Тут холодно. Не знаю. Хуя. Эй! Валь, ты дырку сделал! Это ты сделал? Нет, это ты сделал. Ты сделал. Бля, опять красить. Эй! Нет, там нету, а это сейчас, только погоди, в этом. Погоди. Отменить есть. Блять. Эй. Не, а чего холодно так? Вроде дверь. Вот. А, у нас же там дырка, блять. Вот она. Вот. Как? А, да, мы же не починились, блядь. Слушай, ясно.
Выбираться надо. Ой, блядь. Я, блядь, на большой машине еду. Погоди, там двигатель у нас тоже выбит. Здесь не просто такая дырка, там двигатель выбит. Поэтому не торопись, ну, надо заделывать. Полетели, лучше на базу починим. Не, ну ну ладно. Подожди, сейчас тогда... Ну, из временных можно блок искусственной массы поставить. Там, ну, ладно. Чисто на прикол, давай поставлю. Внедрю. Просто на время закрыть, грубо говоря. Вот. Ну, сразу тепло стало. О, блядь, жопу греет, нормально. Где карскопульт, я что-то не пойму. Где ты же был? А, где-то есть, слушай. А, смотрю, не могу понять, где карскопульт. Ты же знаешь, я это... любитель фэншуя. Ну, так я тоже. Мне глаза режут просто, не прокрашенные вот эти детали, которые у нас оголились. Я прям это... Так, ебать, я запарковал, нахуй. Ну, слушай, нету? Может, у нас его и не было? Карскопульт? А, он у меня валяется. Вот, сейчас я тебе... Вот, я скинул тут возле этого. Тихо, иди. Вот он. Ну, ты пока этому крылья передели. Там не обязательно, по-моему, крылья. Он и так нормально, без крыльев. Ну, заебись. Ну, как скажешь мне, я не против. О, она сказала, заебись. Ой, я видел этот видос. Как дела там у это? У кошечки... А, да, у кошечки как дела? Она сказала, заебись. Не, такого не слышу. Не видел? Блядь, чё, блядь, как я никакой атланты пристрелил? Блядь, а тоже не покрашено, блядь, что? Чё, тебе краскопуль скинуть? Да нет. Я его прибрал в контейнер. Прибрал к рукам. Ты же знаешь, я это не могу смотреть, когда что-то не прибрано, меня прям коробит. Так, может, зирексов тут на этой планете поищем? Могу слетать, пока разведать. Так, ща погоди. Песенка, ща ля-ля-ля. Ой, что это у меня дробовик оказался? Твой, что ли? Красный? Да. Нет, мой. Нет, нашел его. А, это я нашел. Да, ну я слетаю по это. Разведываю. Слетай. Огромная, блядь, планета. Так, ты пока летаешь, я, наверное, пойду посмотрю, угу. Это, попробуем до К2 покачать наш щит, Инхер, все равно пока ты летаешь. Ну, попробуем. Там же просто этим, там мультитулом. Просто блоки, да, мультитулом, просто блоки необходимые загоняешь, что тебе надо, и все. Так, энергетическая матрица, две штуки надо. Я где-то их видел. Если я ее не найду, то другое, в принципе, и смысла нет искать. Так, где-то я видел, у нас она в каком-то контроллер-контейнере валялась. Это матрица. Да, вот там дохера всего. А из-за того, что дохера всего, знаешь, чем жопа в том плане, что... Что-то захочешь скрафтить, и хер скрафтишь. Свободного нет. Что-то скрафтить, так целая проблема. Про Мити ты нашел, и смотрю, мне сообщение прилетело. Да, ничего себе. Блин, а когда ты смотришь, мне ничего не приходит. Такие, да пошел ты. Сиди там в своей кабине, блядь. Ты в боекомплект, так. Броню кинул. Полиарисы есть. О, тут походу есть торговая станция. Зашибись. Отметь ее. Наверное. Нет, это короче... Точка интереса. Не, такой нам хуй не надо. Забитый все. Кто там шмаляет, блядь? Знаю. О. Может, ты по животным шмаляешь? Не-не, там кто-то шмальнул меня. Где эта ебаная матрица, а? Вот она, энергетическая матрица, кремниевый слиток. Так, а там, по-моему, местов нема. А, куда? В контроллер контейнеров? Нет. Боекомплект. Его, да, в боекомплект пусть. Две штука. Чик-чик. Сейчас закажу. Ну где вы, блядь? Зирекс, ебаный. Сейчас я пока займусь улучшением нашего этого.
Кстати, модернизация дешевле, чем создать такой с нуля. Я имею в виду, ну, прям К2 сразу. Он, во-первых, он в размерах не увеличивается? Да, он в размерах не увеличивается, что самое интересное. Вот. Ну, начинает работать, как если бы ты его построил. А если ты его построишь, тогда он стоит сразу дороже. Ты такой, типа, подходишь, он твой, говорит, косарь должен. Нанес быстро. Осциллятор 8 штук. Это у нас есть. Неужели, блядь, зираксы боятся холода, блядь? Зирок, кстати, я пиратов гасил, когда летал в одиночке, там угорал над ними. Пираты там, кстати, в некоторых системах очень прохаванные, у них есть система помощи, там дроны к ним прилетают, другие корабли прилетают на выручку. Они начали меня, короче, пинать. Вообще не кисленько так. Я это даже припух маленько. А потом прилетел этот Немези, сын как начал меня хуи вертить, там просто наносить. Я почувствовался этим ущербом. Потому что вообще просто нереально было выжить. Так, зачёски. Как там? Поиск-то, господи, активируйте, забыл. Как он выглядит, сраный конденсатор? Ты не помнишь как? Я тоже не помню. Он выглядит как типа мотор. Такой круглый. А, точно. Где-то здесь я видел. Конденсатор. Типа как тубус. Вот он, конденсатор. 3 штуки есть. Нужно еще 2. Где-то я еще 2 видел, когда я прихерачивал их. В каком-то бой. Тут у полярисов есть какое-то поселение. Мне кажется, там можно. Можно декоративные починиться. Консоли запиндюрить им. У нас тут есть, я несколько делал. Ну зачем? У нас там денег. Да хрищ. Не, они просто занимают место, я же их делал. Так выкинь просто. Так. Или куда-нибудь, кстати, размести там. Так. Чтобы красиво было. Так, слушай, по-моему, все. Больше нету, не вижу нигде. Либо мне не по глазам, либо нету. Так и сделать можно. Надо сделать всего 2. Сейчас 2 закажу. Угу. Всего 2 штуки сделать. Security bot альфа. Да, у них тут 2 поселения. О, торговая станция есть. А кстати, другая. Отметились. Доступно, да? Сюда. Ну, это доступно. Интересно. Так, ладно, что? Магнитный сердечник и один трансформатор. Магнитный сердечник. Твою дивизию, прикинь, я нашел еще 2 конденсатора, я их проглядел, он в боекомплекте был сбоку, блядь. Ну похуй. Давай. Да просто здесь почему-то этот не работает, система поиска. Тяжело без сортировки. Это кому-то плохо. Это вообще херово. Он может и есть, может, кстати, я уже раз 10 просмотрел, может быть, по факту, а не понял, грубо говоря. Магнитный сердечник вот есть, кстати. 5 штук есть и один трансформатор. Трансформатор. Вот трансформатор-то сходу я тоже сейчас хрен обнаружу. Вроде очевидная вещь. Но... Когда начинаешь его глазами искать в хаосе, вот в этом. Угу. ЖК-экраны хреновых штучек тоже можно на корабле разместить, как декоративки просто. Ну там херня на них, конечно. Так, электроника, мотор, компьютер. Блин, у них на торговой станции нету... Ремонтника? Сервиса, да, они такие, пошёл нахуй. Ну, суки. Ну ладно, сейчас поищем зирохов. Где конденсатор? Твою дивизию. Вот трансформатор, господи, нашел. Реструм и слиток, заскузи и слиток, магниевый сердечник нужен. Какие жопы. Жадные жопы. Странно, у него
вроде показывает какие-то красные точки. Чё, короче? Фак е, К2 теперь. Да? Да. И он, наверное, жрет, да, в два раза больше. А, ну да, 36 тысяч теперь у нас этого. Щит. Не-не, я имею в виду энергии. Энергии не знаю, сейчас нажму зарядить. Посмотри, сейчас, надо, наверное, зарядить, это. Зарядить заодно быстро, на запасы зарядит. Кстати, надо сохранить. А, блядь, шаблон как сохранить? С одной стороны. Влево, слева. Не-нет, я к тому, что с одной стороны сейчас сохраню, а у нас же этот. А не знаю, наверное, не повлияет жизнь на установленное оборудование. А вот я не знаю, кстати. Он же не должен откатить его, там такая один. Ну, по-моему, он ничего с ним делать не будет. Он же вроде только блоки ремонтирует. Да, он восстанавливает отсутствующие, ну, которые что, есть. Короче, в принципе, у нас в пределах ну, энергии хватает с запасом. Да. Видите, их выход выше, чем потребление. Угу. Вот. То есть, как бы он заряжается, видишь, шумельно заряжается, ну... он емкий стал. Пусть он пока дозарядится. Он, кстати, пентоксид же жрет у нас. Пусть пока зарядится. В смысле, щит жрет пентоксид? Пентоксид, да. Да ладно. Да. Хуя себе. Че, охуел, что ли? Какой хером пентоксид? Блять, пока зерксов не видно. У меня планета не открыта, но... Ты места, которые ты облетел, просто стали доступны. Uh-huh. Визуально. А вот там в поселении, там видишь settlement, это там где было. Нет. Там у них нет. Нету сервиса. Ну ты еще одно какое-то поселение нашел. Только толку, блять, от них. Так, ладно, пока он там думает, я сейчас схожу, посмотрю, а чё, почём лопим для народа в плане лазера. Кстати, лазер, они жрут специальные заряды тоже, там не самые дешевые, скажу. Так, всю галактику купим. Было бы, кстати, дешевле в разы их где-то у кого-то также надюпать и спиздить. Ну так мы надюпаем, конечно. Потому что самому можно... строить дорого, очень дорого. Просто деньги надюпаем и купим. Заряд от БС, тут, пожалуйста, стихийный пентоксид 10 плюс субстракт. Так, а лазерки, осциллограф, трансформатор, мотор, электроника. Мы, конечно, их можем сделать, у нас есть ресы, но смысл тратить, как бы. То есть, ну, тупо. Mm-hmm. Есть тут импульс. Скрепить столько в суперсиальную задачу группы. Есть вот импульсный лазер, ракетная установка какая-то, которая бьет 150-ми тоже с ГСНами. Как и эти, кстати, ракетные турели, в принципе, по сути, дублирует. Только она такая, она же более вытянутая, как такая, как писюха. 15 выстрелов в минуту, а у этого это есть, а у этого нихера нет пояснения за то, как она стреляет, вообще похер просто. Типа есть, все. И идешь ты в жопу. Импульсный лазер. Ну, скорее всего, бьет. А! Спасибо, Дим, спасибо. А наш, наверное, скорее всего, что это такое? Это, наверное, которым ты сам управляешь, скорее всего. Ну, потому да. Буровой модуль, лазер, есть и на большое судно. То есть он тоже может добывать. Угу. Это который ты, видимо, реально берешь себя под управление. Не, я видел, типа, там делают большое судно, вообще майнер, он просто астероиды смалывает там за секунды. Да, вот я про это говорю, что скорее всего. Дим, ты мне все-то не отдавай. Игрушки мне таскай. Блин, тут походу это нету зироксов их тут. Выпнули, хотя вот что-то пока, есть. Поставь, тут. Поставь пока, Дим. Поставь, папа сейчас дела доделает и освободится. Слушай, а как садить эти хрени? Ну просто так же на правую кнопочку. А, или на какую-то, на левую. Что-то у меня не достает.
просто... А, деактивировать щит надо, блядь. Нельзя садить, пока щит. Щит защищает, ну, да. Короче, от посадки. Растение, да, конечно. У нас херова туча, маленько разгружу эти баки, блин. Всяким говном забито. Так можно мусор выкинуть сразу же. Нет, есть которые вот для крафта требуют ресурсы, их, конечно, не надо выкидывать что-то. Как сейчас я делал улучшение, да, например. Это вещь полезная. А вообще, так, чуть-чуть на секунду подумал, пока летал в одиночке там, пробовал делать это все. Поймал себя на мысли, что по сути вот оно как бы и все. Весь интерес к игре. Да, как бы потеряется, ну, буквально, да, вот в эти моменты. Как только ты пробегаешь это все и нагнешь. Ну, надо искать, а больше, больше контента, считай, нет. Можно, конечно, себе выдумывать какие-то там приколюхи, то есть себя как-то интриговать. Но это тоже ненадолго хватит. Ну, в этот, в Терротех, по нём, там же тоже как-то есть. Я там начал, кстати, играть по квестам, развивался потихонечку, потом пока забросил, потом начали вместе играть. Так что туда пойдём, там маленько побегаем, подрючим народ. Так, я пока эти всякие кустарники, всякую хуйню там сажаю. Большой росток. Баклажан. Так, тут нет, короче, этих ирксов вьёбских. В космосе, по-моему. А, нет, кто-то был в космосе, мы их просто проигнорили и сюда прилетели. Всё, погнали в космос. Сейчас, погоди, закончу посадки. Картошки. Картошка. Картошки. Поедем. А чё, летаем. Пока летаем, он будет это... расти. Это же хорошо. Пиво сможем варить. Ничего ты тут. И продавать. Ты чё, блядь, в Майнкрафт тут играешь? Да. Ну, кстати, в Майнкрафт можно чуть позже поиграть. Чё, всё. А тебе тоже оно наверху, да, растёт эта вот хрень? Да, прикол. Или... У меня. Да? Как так? Да, я не знаю. А здесь этот, смотри, пшеница такая. Бах. Забагованный бах. Да, это какой-то глюк. Ну ладно. Ну, главное растет. Да. Рубаем щит. Без щита вылетать вообще не камильфо. Потом могут задницу оторвать. Ну шо? Так, погодь, я иду в рубку. Девчуля. Капитан. Нам надо, короче, полюба с тобой найти этот. Место, где я отремонтировался. Ну, погнали там, по пути кого-нибудь разъебем. Давай, садись. Все. Сел. Щиты работают, все. Вылетаем. Так, орудие проверим, всякий пожар. Но у нас все готово к бою. Так, ну да, эти патроны есть. Самое жопное, когда я попал вот в одиночке, там я попал вот в эту вот систему, где пираты в основном тусуются. Там пираты и зироксы. Угу. И они это нигде нет возможности подчиниться. То есть, когда тебе вот урон наносят, и все, считай, по сути, разъебанно летаешь. Это тебя там имеют вообще щели, а ты такой, блядь, конечно. Ну, поскольку там я мог сам себя лечить с помощью, так скажем, эти к панели имел доступ к кресам, да, ничего там, было просто новый корабль, тупо спаунил и все, их выложил. Кстати, вот эти вот зеленые, это пираты, вот летят 941. Я начал отличать желтых от зеленых. Зеленоватый такой цвет, более зеленоватый. Это пираты. Я вот, допустим, это вообще не хочу. Зеленоватый пулярисы. Я знаю, у меня такая же херня была, когда ты был за рулем, а я просто сидел в кабине, думаю, что за фигня. Просто, когда ты пассажир, да, ты ничего не заботишься, сидишь, отдыхаешь. Да. А потом такой раз ты смотришь, как там наши бомбы работают, пушки бух-бух-бух. Ты такой, ну ёбана. Короче, да, у меня если, щит. Да, если увидим СКА, вот эту расу, которые летают в больших боевых, надо от них, короче, сразу по съёбам, потому что расхуярят нам корабль только так. Считаем, без всего останемся.
Опять с нуля начнем нашу деятельность. Я не знаю, что это, но оно вроде статично, хз. Оно не двигается 4 километра. Можно, да, конечно, на маленьком боевом слетать, проверить, но неизвестно, что это летает. Я вот на шмели, мне, конечно, бил. О, так это паза, слушай. Да, кстати, пиратская. Все, разъебывай. Астероид Стейшн. Все, щиты активированы. А все равно надо бы, кстати, найти барыгманов, чтобы еще мой запас пополнить на всякий пожарный. Mm-hmm. Что-то я говорю, тогда бился в одиночку, они там успевали подлетать ко мне постоянно, и я носками пытался отмахаться плотными. Мне кажется, ли он как дебил куда-то в бок стреляет? Ну, они в астероид стреляют. А, нифига, ты походу решил протаранить? Нет. Ты прям втаранил. Внутренняя ошибка какая-то произошла. Ну, ты потому что протаранил астероид. Для меня нет, я как будто стоял нормально. Нет, а я в астероиде внутри, я отстреливаю их изнутри. Да. Прикольно, это правда? Это какой-то баг, походу. Ну. Меня выкинуло. Тебя тоже? А, ну все, ты сломал сервер. Поздравляю. Ну вот такая же херня у меня была в одиночке пару раз. Я в текстуры в другие корабли попадал, и там вообще замес начинался, там текстуры с текстуры конфликтовать, они там бах-бах-бах-бах, взрывы такие. Я теперь встать не могу, потому что корабль постоянно дергается. Есть. О. Подожди. Все нормально. А то, что меня вот с одной стороны выкинуло, тебе же должны были бразды управления кораблем передать. Ну, они автоматически не передались, но он из астероида вылез, и все, я пересел, и да, я катаюсь теперь на этом. Сейчас я обратно в кресло сяду. Коннектись, оба. Коннектись, все, я... А, мне обратно отдали. Да? Ну ладно. Опа, у нас кто-то хуярит слева. Да, вот, там Зирокс. Дроны летят, вон. Пираты. Дроны пиратские. Вон еще один летит, через 6 километров не будет. Да, через 6 км. Летят. Там, видимо, это какая-то беляш, и там, походу, у них то ли станция, то ли что. Вон внизу, по-моему, вход, смотри. Да, внизу вход, я просто хочу осмотреться. Снизу, снизу через 5 километров от нас тоже летит к нам кто-то. Подлетает красный. Не знаю, кто. Так, сейчас подлетит этот дрон. Он летит на километр от нас. Прямо перед нами, вот и всякое. Я вижу, да, кстати. Смотрю на него. На пушке, когда сидишь, оно отмечается квадратиком. Да, ну вот он летит к нам, прям сюда херачит. Угу, подожди, не дергайся. Сновидусь на него. Артиллерия за сколько бьет? За километр, за, примерно? Да? Ракеты за километр, пушка большая, 950. Он, кстати, сюда вот слетит, поближе я вожусь потихоньку. Все. Вот они уже по нему. А, это ты долбишь, рано еще. Ну, это, походу, тоже дрон, да, дрон. Пушки пошли работать. Все. Просто не успел, блядь, подойти. Да. Так. Сразу захуярили. Знаешь, что, мне не нравится то, что там рядом с нами этот подлет и шли идет. Он 4.25 от нас. Там какая-то беляш станция. Можем пока на этот высадиться, посмотреть, что там у пиратов есть. Давай посмотрим. Так, где у них вход был где-то? Здесь, вот он, блядь. Прямо. И внизу. Я понял. Так. Все, пушки оставляю на всякий случай в боеготовности. Мало ли кто подлетит. Пусть отрабатывает. Так ты поближе подлетел бы. Да. А я просто точно не видел, где вход у меня для меня сместился. Ну давай я подлечу. Давай, подлети, а я сяду. Давай. Садись. Все, давай. Вот, типа так вот. Фига, это типа пасть какая-то. Хитрожопого астероида базу делать. С одной стороны. Так, припаркуюсь тут. А сильно не паркуйся. Все, погнали. Чтобы у нас десант не высадился. Вот так вот. Не туда, не та дверь.
радиация. Ну, смотри, ходит, да. Они что, телепортируются, что ли? Да. Сзади пушка. А, неактивно. Да. Мы ядро выбили. Ну да, когда это... Сквозь этот, сквозь астероид пролетали. Блядь, это холодно, я не хочу, чтобы холодно было. Нифига у них тут штиков. Нифига. Чё они тут? Важный бластик, кстати. И пустая винтовка, эпик. Ух, ебать, чё-то. Радиация, всё бери. Дробовик и пищик. Нет, чё-то холодного, блядь. Это вообще холодно. Золото за сквозей. Подожди. РС там. Я подогреватель-то забыл, бля. Так, эти ящики здесь посетил. Это из Реструма такая дичь. Не, радиации нет, просто холодно. Нет, есть, есть, где Реструм. А, ну ты близко подлетаешь туда. Ты забрал там супер винтовки? Да, я все забрал. Все забрал. Рез и винтовки. Отлично. Все, по сути, здесь вроде ничего нет больше. Ну, такая. Там, не знаю, слева что-то было. Ну, где-то зирксы в ней. Ну, это просто они там. А, вот двери красные. Где? Вот. Я не вижу, блядь. Нет. Забрал свое тело. Я тоже. Почти в самом верху. Ах ты, блядь. Чё? Блин, накачурится можно. А, я понял про какую-то дверь. Ну вот, вот ядро. Осторожный. Вот и все. Генератор гравитации вот стоял у них. Короче, ни хера больше нет. Кобы. А, оттекать отсюда, то сдохнем. Яйца отмерзнут. Генератор гравитации разве что можно разобрать. Назад. Да, я уже. Он мне не влез. Да. В карманы, говорит, слишком большой. Давай я посмотрю, что там ты с него разобрал. Там выпал контейнер. Конденсатор в основном выпал. Копеечки. Копеюшеньки. Ну тут дырки в стене. Мы разорвали. Базу расхерачили с той стороны, он тоже. Блять, я сейчас сдохну. Прикинь. За отморожение. Если бы аптечку не съел, я бы сейчас сгуфился прям здесь. Ну да, я тоже на аптечках прям. Так. Отличная диета. Погреюсь у двигателя, у генератора. Вернулся на курабу, пойду чинить кости сломанные. От холода? Кости поломало? Да. У меня обморожение, гипотермия, яйца отпали. Пошли погреемся возле этого, возле генератора. Вот пентоксидом можно погреться. 100%. Нормально, 180 градусов КАИ. Никто обморожение гипотермия, прикинь, не лечится. А нет, вот здесь, кстати, должна быть. Вот F на этой станции, но она что-то не лечит нихера. Стою, главное, она нифига не лечит. Зачем тебя строил, мать твою? Твою же мать. Все, я согрелся у двигателя. У меня все равно поражение, главное, гипотермия, хотя температура большая. Не, она выравнивается постепенно. Там смотри, там справа две цифры есть. А, имеешь в виду, которые дубки. Это снаружи, да, и, короче, типа, внутри. Блин, капец. Тоже пойду в генераторную схожу. Подлечусь маленько. Это полезно бывает. Сразу.
ощущение, какой-то баг. Я вон стою, жарково, а мне пишут, что я все равно... Не-не, она выравнивается. Ну, кстати, она, видимо, не продуманная, эта хуйня. Ну, морожение спало, но осталась гипотермия. Пишет очень холодно. У меня вообще пидорасит, мне до минус 122. Резкие такие, знаешь, перепады. А вот, наконец-то заработала медстанция нормально. Только из-за нее я, блядь, проголодался, как не знаю кто. Говнюки. Всякую шуму. Надо сдать. Чё, где там, блядь, вражеские корабли? Сейчас, погодь, я закину эти слитки, которые я нашёл. Доски нахуй не мне нужны. Уничтожить. Ты что делаешь? Я уничтожаю доски. Блики. Ремонтный отсек А2 нашел. Кстати, можно поставить. Я не знаю, у нас какой там К1, по-моему. Не, вряд ли. А я не помню. Посмотри. Пока я эти хери не заполняю. Какой он? Так, сейчас посмотрим. Устройство. А, нет, у нас РПРБ первый. Первый? Ну вот это... А, не, ремонтный отсек. А, нет, апгрейд ту... Не, ремонтный отсек первый. Первый? Второго ты нашел. Ну, типа, угу. Можно поменять проступок. Сейчас поменяю тогда сразу. А чё нет? Ну или поставить его дополнительно, чё нет. Да, вот он первый. Так, давай его просто поставлю. Дополнительно. Хуже не будет. А чё, он не разрешает? А, блядь, щиты, да? Щит, сейчас включу щит. Ты пока посмотри, пока это там не появились зироксы. Ну, зироксов вроде нет, какие-то две точки летают. Вы не можете поместить на Capital VSL. Пожалуйста, пойти. Да. А, это, видимо, бля, для базы только. Фак. Сразу не обратил внимания. Кстати, да, ты же на базе его взял. Только для базы. Вот нахуй тогда он мне нужен. Ну, его можно, конечно, продать, но не знаю. Выбрасывать? Положи, потом пригодится. Так, все. Так, щиты я врубил. И бегу в кабину. Полетели. Еще два корабля надо загасить, которые здесь летают, понтуются. Как там это было? Тут один лошак понтуется. Сбей его. Садись. Все, сел. Хирадин от нас убежал. Наверное, почуял, что у него акация жопка гореть будет. Сдриснул подальше. Астероид Стейшн будет отмечаться по-прежнему этим красным, поскольку мы не смогли его разъебать. А нет, погоди, слушай, ты прикинь. Чё? Чё? Кто-то рядом есть? Да, рядом он пас нас. Смотри, нюхал. Жопанюх вон есть под нами прям, смотри. Жопанюх вон. 5 километров жопанюх. Вот я на него лечу. 5 кило. Жопанюх несчастный. Кто там, зироксы? Ну, красные. Красные, что я как раз. Ну, это жопанюх какой, а. Посмотри. Прятался, притворялся. Я думаю, я еще один, блин, летал же кто-то рядом. А тут 11 км до него летит, а этот 5 километров от нас. Он вокруг летал. Вот он. О, сам. Вот он, огромный. Ничего себе. Харкон, слушай. Хуй знает. Лучше за жопы зайдем к нему, потому давай. Что там у него меньше пушек, мы их если что отобьем просто ему. Передохнет сбоку, сбоку заходи. Сбоку почему? Да я шучу же, сталкера там. Помнишь, сбоку заходи. У них задница у всех кораблей, самое уязвимое место, там мало пушек. Шелупонь. Обходи эту шелупонь. Выноси бы чего. Да, пушки начали работать. Ну, что, как-то слабо он обшит. По-моему, как типа транспортный, покажись. Ну, что-то да. Тут. Вообще, не, я не вижу, чтоб у нас что-то летело хотя бы, хоть пыталось. Ну, уже контейнеры рассыпаются. О, нихуя, все. Все, нет. Пошли, пацанов. Там нет никого.
ты хуяришь. Да. Ярик хуярит. Ярик хуярит. Надо так для прикола посмотреть. Они, в принципе, все однотипные. В одиночке тоже, когда летал, они так. Названия разные, а тип постройки одинаковый. Голосовой фантазии. Херач. Ну, скорее всего, как транспортник, видимо. Нету вообще ни одного вооружения. А, да, я, похоже, уже был там, похоже. У них тут ботанические вон сады. На палубе. Фига, он, кстати, вверх ногами здесь росли, они прикинь. Эй. Можно было пешком его это атаковать. Или он летел так вверх ногами, непонятно. Пять минут. А, это он вверх ногами, и он летел. Палуба сидит. Да мы такие умные. Ты уже отмораживаешься. О, тут чувак. Где все, ты? Нахуй. Сюда, блядь. Хочу эти разобрать. Чё это мерзко? Чё это такое мерзко? Чё, слишком холодно, блядь. О, у них, блядь, этот корабль тут, смотри, блядь. А девчонок нету? О, нифига, у них тут картошки дофига. Бульбаши? Да. Вон они внутри, пацаны все. Где? Вон, смотри, вот здесь. Вон они, я их граблю, они такие, пацан, что делаешь, верни. А, верни, как били. Я говорю, чуваки, вы же замерзнете. Они такие, нет, у нас иммунитет. Жив. Хочу попробовать собрать. Кого, пацаны? О, да, я собрал пацана. Собирай, они там еще сидят, он гадят. Не, а вот что, пацан у тебя высыпался? Да, прям вот это. Ферехт. У меня блок собрался один, блядь, на удивление. Не ожидал, но собрался. Так, подожди. А, это космос уже открыт. Короче, которые ходят, бродят, чуваки, они это... Их можно, да, собрать. А кабина, смотри, этого пилота, бля, вот здесь вверху, самый верх, вот он тут сидит в кабине, рулит. Сидит? Ну, я забрал его, по крайней мере. Забрал? Шек. Ну, тут еще каюта была, брифинг, и тоже там чувак стоял сейчас. Ты как нормальный человек через окно зашел? Да. Я лечу обратно, то я умираю, замерзаю. Да. Яйца отмирают. Тоже, блядь. Надо что-то какую-то защиту, блядь. Надо какие-то либо эти вставишь, и тепловые, что ли, и чё. Ай, блин, ты заходишь, у меня под ногами это опустилось. Такой, чё за херня. Бегу греться в это. Сейчас сдохну просто. Просто сдохну, блядь. Вот сюда. Надо. Мне только, по-моему, птички не хватит. У костра. Подожди. Я тебе скину под ногами лежит. Блядь. Быстрее, жми. Где она, сука, блядь? Глаза разбегаются. Пока нашел. Так и там в куче мусора, непонятно. Оно же, блядь, сортировку еще по-ебански делает. Оно может, короче, это. На панель сразу. Не, на панели у меня вся занята. Да, понимаешь, что. Нам просто бесит. Ну ладно, он сейчас. Там красная колба такая. Можно вот на это, на камере к клонированию возродиться наш. Тут есть их две. Сейчас вернусь. И я возрожусь. Все, я жив. У нас теперь эти же не теряются, так что, в принципе, ну да. Тут же на корабле, по сути, появился. Так, на, сейчас вещи скину. Все, хорошо. Опять доски, бляху. Тракт. Ремонт и станция. Ёба. Серьезно. Не малахитовое дерьмо. Этот взорвался корабль. Разъебался просто. Что у нас вообще все заполнено? Да, надо либо барыжить, либо еще контейнеры делать, потому что, блядь, места нет.
просто тупо нет места. Винтовки набрал. Подтащил. Контейнер. Контроллер контейнеров освободи. Добро. Я уже все распихал, куда можно было. Не хочу дублить, хочу в одном месте собирать все есть вот эти ресурсы туда докидывать. То они потом разбросаны у нас по всем бакам. Никакого порядку. Так, подожди, надо отключить щит. Что ты хочешь там поставить? Еще одну бабу. Еще одну бабу. Так это же вредно. Много баб. Ты же знаешь, баба на корабле. На корабле, да. Несчастье. Все, ты отключил? Я нет, не отключал пока. Щит. Сейчас. Давай отключу. Ну иди пока размести, я это посижу на радаре, проверю. О, я знаю, куда я. Метасек у нас. Гостям быстро к нам не летит, а то знаешь, пока мы тут с дитьким днем. Потому что флотилия выдвинулась. Так, через 10 километров от нас цель. Короче, готовься. Все, поставил? Все. Теперь у нас есть военврач. Все, включай. Включаю, давай, садись за. Активируй. В кабин. Не, это. Полетим к следующим. Все, я засел. Отлично. Последний корабль, который здесь есть из живых. Вон там тусует. Туда-сюда летает. Сколько до цели? 11 км. Ух, ебать. Ты можешь, конечно, на боевом долететь, малом судне, если у тебя хороший щит на нем. Не, я, видишь, я летал на нем, чтобы купить патронов. Но он вообще без патронов. Ну, я говорю, я пробовал, конечно, интересно. Видишь, малое судно, оно более маневренное. Там от некоторых этих выстрелов можно уклониться. Ну, грубо говоря, если на шоу летать и херачить, то, в принципе, можно уклоняться. Это не значит, что оно прям бессмертно. Все равно его значит, будет долбить, но не, за счет уклонения не так. И весьма тоже интересно на нем, знаешь, это входить в какие-то боевые положения. Ну, кроме, конечно, супер-пупер крутых. Потому что вот я когда против этого пытался с ракетами, там у меня просто 40 ракет прилетело, и бух, у меня. Да, они наводящиеся америки. Сразу, и все, без вариантов. Пошел. И самое интересное, я выжил, меня не убило, а разорвало перед кабиной, и все, я так просто, знаешь, дрейфовал в космосе, и не мог выйти из кабины, потому что он говорит, типа, вы движетесь. Так я, блядь, не могу остановить, двигателей нет, генератора нет. Я просто на куски металла с сидушкой летаю. Такова судьба. Ты да, да. Сейчас, песик. Алло? Привет. Все, я тють. Там этот Скар Райдер. Бля, Скар Райдер, слушай. Слева внизу. Да, я понял. Вот это я к ним и летел. Да. Слушай, они меня разъебали в прошлый раз, только не Мезисом. Да. Ну это тоже какой-то мощный. Это скорее сюда тоже какой-то не просто лох. Знаешь, что можно сделать, проверить? Как? Издалека попробовать его. Не получится, если у него тоже ракеты на борту, у нас быстро расхерачит нам ноздрюлю. Знаешь, что можно? Можно мелким кораблем подойти, если мы его потеряем, не так обидно. Патронов нет. Сейчас, походу, так я слез. Сейчас, погоди, я на мелком полечу судне, а ты этот, возьми управление на этот. Угу. А, будешь, короче, контролировать, чтобы он к нам не подлетел. Я на шмели не попробую. Покушмарить. Так, надо только как-то их тут выгнать, переставить. Да. Это очень, как бы, важная такая ситуация.
будь осторожен. Следи за, за этим козлом, потому что я не знаю, меня не месяц только так расхерачил. Именно вот этих СК. Просто не. Все, ты вылетел? Сейчас, погоди. Нет, я еще же. Мне надо твой убрать, он же у тебя стоит здесь, угу. Как всегда. Ну да. Паркованы по твоей системе. Так, там надо. Там больше некуда, блядь, спать. А, он, кстати, должен сквозь их пролететь. Ну-ка, попробуем. Когда садишься, они сквозь должны пролетать. В смысле? Сквозь свои корабли мелкие. Типа, чтобы я двинулся? Сейчас попробую, сейчас. А, не, он не дает лететь, короче, он пишет, что непристыкованный корабль есть. Это да. Нет, я имею в виду малым сквозь другой малый. Нет, он не будет лететь. Так, вот сейчас я вот здесь вот так выхожу. Сажусь. Ой. И у тебя вход там. А, больно, внутрь садится, ебаная система. Так давай я тебе помогу это сейчас. Да, сейчас все нормально. Блин, ты не расшарил его. Зайди в него, расшар. Я этот шмелину выше просто поднял в воздух. И если этот сместить просто тупо так, влево. Садись у шмеля, короче. Своего. Подвину просто все. Там у тебя пушки-то есть? Да, у меня есть ракеты. 130 ракет. Шёшек. Я какое-то время, может, даже успею повоевать. Единственное, что надо посмотреть, если что-то есть ценное, вытащить из него. Что если он разъебет меня, чтобы не обидно было. Так, в холодильнике все сгнило. В боеприпасах. Припасы в руде ни хера нет. В контроле контейнеров вот есть только вещи. Но они такие, знаешь, из разряда. Если потеряешь, ни типа не жалко. Так. Сейчас, погодь. Во, все, тут... они начали хуя... Там, да, дрон. Дрон. А, дрона херач. Это эти пираты. Угу. Так, а тут сипа. Стоят эти, слева. Как... Кстати, щит, точно щит, блядь. Мне хоть и 4000, но хоть какой-то нужен будет щит. 10 километров. Да. Он отошел 10 километров. Так, ладно. Короче, ты это погоди к нему. Иди, не торопись. Так. А у меня 14 тысяч бьет. Где он? Выше, ниже. Где-то тут летит. Чисто. Не пойму прикола. Я его не вижу. Че, он дальше 14 километров что ли отошел? Ну, на 7 где-то. Ну, не на 7. А я его не вижу просто. Сканину не вижу. Он внизу, возле этого, где пояс. Фиолетовый у планеты. Просто даже мне красным не отмечается на этом, на радаре, что самое интересное. Прикинь. За мной просто лети. Так. Он довольно быстро, кстати, двигается. Да, у него там хорошие двигатели. Я вот вижу как бы на самой общей карте, а на перед собой не вижу. Он внизу. Короче, у меня есть тут это несколько ценных вещей, я вот не знаю, если мы потеряем, конечно, вроде и обидно, и вроде и не очень. Шмелини. Ты врезался в ПС астероидов? Да. Блядь, не могу пролететь. Сука, я ударился в этот, в один из булыжников. Хотя, блядь, облететь. Почему я его не вижу? Я протиснулся, короче. А я его не вижу. Ну, я имею в виду перед собой вообще никак. Сколько он от тебя? Это пять с половиной. Странно, что я его не продолжаю не видеть. Вот это парадоксально. Просто за мной, ко мне лети. Да я лечу, да. Все. Понятно. Дави. Все, теперь вот у меня определился вон райдер. Он летает, короче, по-моему, между рождениями. У тебя знаешь что? У тебя радар просто... Радиус меньше. Да 14 тысяч метров. Но он, видимо, и корабли херово сканит. Я эти объекты-то вижу. Ладно, потеряем. Так близко не заходи. Подожди меня. Блять, опять случайно стрельнул. Хотел радар запустить, в итоге стрельнул. Просираю ракету в пустую, считай. Так, кило 70 до него.
Подожди. Сильно не подлетай, я первый, если я скажу, что меня сильно ебашит, то ну нахер. Я просто услышал. Так, конечно, он будет сильно ебашить. Все, он меня ебашит. Отлетай. У него отлетай. Да, просто подожди, без вариантов. Все, я не могу лететь, он меня разбил. Он мне двигатели вынес. Я просто дали, я просто дрейфую. Он мне все оборудование вынес. Я опять внутри. Не подходить, расхерачит сейчас. Да я аккуратно так назад. Так, ты никого не аккуратно, там уже половину морды у тебя нет. Почему? У меня щит же. Да кого он щит? Он вообще, я тебе говорю, вот эти скары, они вообще быстро расхерачат. Не, я ему нормально 93% въебал. Осторожнее, у него что, до хера огонь, у них вот эти ракеты, они вообще разносят, только так. Я выйти не могу, потому что корабль просто дрейфует. Все, пиздец, я в космос полетел, нахуй. Ну, пока я там лечу, я не заберу в этот контейнер, выбило, все, добро улетел в космос. Короче, я уже от вас меня утащило далеко, я сейчас тупо сдох. Ну, я сейчас тебя заберу. Я обморожусь раньше, чем это. Че, ты решил свалить? Нет, я его добью. Ну, попробуй, смотри, только осторожней, что тогда мир схерачит. Все. Стекло не попади. Я, короче, вышел, ну, один хер замерзаю. Все, мне пизда, сейчас через 20 секунд. Ну, сейчас зареспавню. А, сейчас зареспавнишься, и тебя, короче. На корабле. А меня и выкинет сразу. Вот я убью. Да, я попробую, конечно, в камере клонирование, ну хз, как это получится. Ай, блядь, я сразу в космосе бубух заряхался. 3-2%. Че, у тебя еще щиты есть? Живой? Да-да-да, 10% щитов. Я в него стреляю, с винтовки, ёпта. Ох, ебать. Все, меня бочкает. Меня жопу разворотило. Текстуры на задницу разворотило. А я ему щит быстрее снес, чем он мне. Это хорошо, попробуй подолбить. У него ракетниц, надо ракетниц больше поставить. Да, я тоже говорю об этом, подумал, потому что лазерами я летал, херня, вот ракеты разъебашивают только так. Они фух вылетели, бух-бух-бух-бух, и никакого щита нет, просто нереально выжить. Да, они жрут, конечно, дофига, но и профит у них соответствующий. А где-то он здесь, я его не могу понять, где он. Ну, блядь, ёбаный радар. Где он? Где-то здесь. Я только что тебя видел. Ты где-то с ним вроде рядом танцуешь. Я тут в космосе просто летаю, мёрзну. Как так у него быстрее заряжается щит, чем у него быстрее, я говорю, там читерски с ними воевать еще бесполезно, без хорошо прокачанного корабля. То есть там титановые эти ставили блоки. Еще не знаю, где у меня гипотермия. Я его не вижу. Тебя только. Так давай я остановлюсь. Можешь спокойно выживать. Я все равно сдохну. Ну, как бы это, да, ты остановись просто, чтобы я заспавнился. Ты не будешь его пытаться и добивать? Ну, попробую. Просто если не давай ему щиты заряжать, иначе это вообще тут ни о чем. Так он мне тоже сбил щиты. А, ну тогда ты не добьешься. Нет, я немного его покоцал. Ну, я так говорю, в одиночке я также не мезился, мучился. Я 6 кораблей похоронил в итоге. Ну, там-то мне было их заспавнить, говно вопрос. Только ты скажи, когда ты собираешься спавниться. Сейчас я потихонечку замерзаю, вот я тебя вижу, ты летаешь. 45% все зарядилось щита. Угу. А у него 22. Ну, есть шанс. Там с небольшим. Ну у него дофига ракет прям. Я тебе про это говорю, да, у него ракеты, это единственное. Говорю, шмелью. Подойти сейчас вот так вот. Разбили только так. Но там не было ни единого шанса. Ого.
голод, гипотермия, НРС и прочие страсти мордасика космоса. У него сзади также мертвая точка. Да, у них у многих. Но вот у Немезиса там нет мертвой точки. Я проверен. Вон Райдер теперь. Я вот уже вижу, что он меня увидел. Я сейчас откинусь. Бля, у тебя 6% утекает. Да, я уже свалил. Так, все, я сдох. Тут нужно, короче, вдвоем ебашить. Ну, тут как особо не получится. Чтобы пушки сбить. Чтобы один за артиллерией, ну, да, вариант, чтобы, да, чтобы именно по пушкам стрелял, и тогда ему можно сейчас подстроиться в жопу. Да? А, сейчас проверю просто, сейчас с вами пока. Сейчас проверю, чуть позже. Первый звонок напишу. Угу. А, смогу? На, Дима, смотри. Ага. Ага. Угу. Так, я это воскресаю. Так, ну, блин, время поджимает, Тёмыч, надо выходить. Да? Блядь. Почему тё так не разбрасывает по кораблю? Ну, они как элемент декора. Да, они блоки. Они вещи. Люки. Блядь, долби. Я бы их сваливал. Я не знаю, у нас уровень щита. Намного больше ракет, да, чем у нас. Мне кажется, это мертвая идея. Не-не, я ему нормально там продолбил. Отойди на него на 2 км, можем выйти. В смысле, ну, из игры, а потом, когда зайдем, продолжим. Только на безопаску просто отойти, чтобы... Ну, вот сейчас я отвлечу. И все, и в принципе, можно попробовать. Я на пушку сяду, буду из пушки долбить. Угу. Так, ну, так, еще, вот так. Я отлетел.